Ты обыскиваешь своего противника. Какая пустая трата времени. Сокровищ-то нет. Ты уже полностью утолил свой голод. Не нужно срывать еще один фрукт. Отдохнув 60 минут, ты чувствуешь себя лучше. Сейчас ты слишком бодрый, чтобы снова отдыхать. Ты сладко спишь среди благоухающих цветов. Ты просыпаешься с восходом солнца. Ты вежливо стучишь в дверь. Через мгновение ты слышишь, как с той стороны убирается засов. Голос изнутри произносит: «Входите!» «Так чем могу тебе помочь на этот раз?» «Эти мне подойдут. Я их высушу и перетру в порошок». Эти мне подойдут. Я их высушу и перетру в порошок. Этот парень отдал все свои денежки жулику-ростовщику.
Правительство гоблинов потеряло его чековую книжку. Ты вежливо стучишь в дверь. Через мгновение ты слышишь, как с той стороны убирается засов, и голос изнутри произносит: «Входите!» «Так чем могу тебе помочь на этот раз?» Снова покупаем как можно больше зелья бодрости. А также мазь от нежити. Ты подбираешь несколько камешков. Подбираем еще несколько камешков. Ты занимаешь позицию для хорошего броска. И промахнулся. И еще несколько камешков. Что ж, ну давай еще несколько камешков. Прям побольше.
Давай еще несколько камешков. Ты быстро проверяешь свое снаряжение. Кажется, все на месте. Ну и, конечно, подбираешь еще несколько камешков. Враждебное намерение очевидно. Ты готовишься к битве. Ты обыскиваешь своего противника. Какая пустая трата времени. Сокровищ-то нет. Фрукт с дерева сладкий и сочный, чудесным образом придает сил. Отдохнув 60 минут, ты чувствуешь себя лучше. Ты устал.
Глотая напиток, ты ощущаешь его мягкое успокаивающее действие. Враждебное намерение очевидно. Ты готовишься к битве! Ты обыскиваешь своего противника. Несколько когтей пантавра сломаны или повреждены, очевидно, в битве. Ты извлекаешь оставшиеся и убираешь их в котомку. На вид феи, как маленькие танцующие огоньки, но у тебя такое чувство, что это девушки с крыльями бабочек. Люди! Почему всегда люди? Уходи, ты не умеешь играть! Я думаю, оно хочет с нами поиграть! Человек, ты умеешь танцевать? Покажи, как ты танцуешь! Танцуешь? Танцуешь? Ты станцуешь нам? Ты умеешь танцевать? Ты хочешь танцевать? Да. Посмотрим, как ты танцуешь. Я готова поспорить, что ты не умеешь танцевать. Танцуй с нами. Танцевать — это все, что он хочет. Покажи нам. Танцуй. Танцуй. Спросить про лес. Это наш дом. Лес чудесен. Мы любим деревья. Мы любим цветы. Мы заставляем деревья расти. Мы правим всем лесом. Только дряди не говори. Спросить про дриаду. Она защищает лес и все вообще. Она даже защищает нас. Тебе лучше ее не сердить. Она тебя прибьет. Ее дерево неподалеку. Дриада — древесная нимфа. Она очень волшебная. Спросить про разбойников. Это скучно. Это все, что тебя волнует. Станцуем еще разок. А что с человеком? Если не обращать внимания, может, оно уйдет. Давайте танцевать! Спросить про фей. Мы волшебные! Мы создаем радуги! Мы танцуем, чтобы росли цветы! Мы пением, творим краски! Мы самые прекрасные существа на свете! Нам надо лишь веселье! Феи живут в лесах! Феи распрекрасны!
О, это опять ты! Теперь ты станцуешь лучше? Нам нравится смотреть, как ты танцуешь. Лучше бы тебе быть паинькой. Ты знаком с Триадой? Мы мечтаем увидеть, как ты танцуешь. Ты станцуешь нам? Станцуешь? Станцуешь, станцуешь? Станцуешь? Ты хочешь танцевать? Да. Тогда потанцуй с нами. Люди не умеют танцевать. Посмотрим, как ты танцуешь. Я готова поспорить, что ты не умеешь танцевать. Станцуй нам. Танцевать — это все, что он хочет. Покажи нам. Танцуй. Танцуй. Что ж, мне понравилось. Любителям твергенов. Нет! Да! Ух ты! Спросить про грибы. Наши грибы особенные. Да, они волшебные. Вот почему мы танцуем в кругу грибов. Не вздумай входить в наш круг. Мы никогда не позволим людям зайти в наш круг. Потом целую вечность запах не выветрится. Волшебство портится, если человек входит. Это нас очень-очень сердит. Мы любим наши грибы. Спросить про пыльцу фей. Пыльца фей очень волшебная. Поэтому ты здесь? Почему мы вообще должны давать ему пыльцу? Она ведь станцевала для нас. Думаю, надо дать ему немного пыльцы. Просто ты в него втюрилась. Нет! Росинка влюбилась в человека. Вот и нет! Вот и да! Раз влюбилась, вот ты дай ему пыльцу. Дудки, не я, ты! Ты! Нет, ты! Ни за что, ты! Не я, ты! Пусть Майки это сделает, ей все нипочем. Майки! Ладно, ладно, но с вас причитается. Ладно, человек. Протяни руку и закрой глаза. Тебя ждет большой сюрприз. Ты протягиваешь руку. А что еще ты можешь сделать? Чур не подглядывать. Я думаю, оно нас обманывает. Ох, просто дайте ему немного пыльцы. Тебе все равно нужна ванна. Ты аккуратно ссыпаешь пыльцу в пустую склянку. Кажется, здесь обильный выводок синих и фиолетовых мипов. Если бы только они на минутку остановились, ты бы смог их всех пересчитать. Из-под земли ты слышишь писклявое бормотание. Кажется, ты стал предметом горячего обсуждения мипов. Приветик, приветик! Рад тебя видеть! Ты осознаешь, что одновременно видел не более одного зеленого мипа. Возможно, здесь только один такой и есть.
Кажется, здесь обильный выводок синих и фиолетовых мипов. Если бы только они на минутку остановились, ты бы смог их всех пересчитать. У мипов яркий, мягкий на вид мех. Спросить про мипов. Мы, счастливые мипы, живем в наших счастливых норках. Оставь заботы, наслаждайся! Спросить про камни. Мы используем камни вместо дверей. С ними в наших норках тепло и сухо. Спросить про норки. Мы типа вроде как живем в этих тоннелях под землей, улавливаешь? Спросить про мех. Эй, ну мех, мировая штука, сохраняет тепло. Мой самый лучший, зеленый, улавливаешь? Спросить про зеленый мех. О, тебе нужен зеленый мех? Думаю, у меня где-то есть немного. Спросить про разбойников. Господи, я и правда про это совсем ничего не знаю. Извини уж. Спросить про магию. Как-то раз я нашел в лесу свиток. Он тебе нужен? Бери. На земле лежит клочок ярко-зеленого меха. Ты подобрал зеленый мех. Выглядит как магический свиток. Магические руны исчезли с бумаги прежде, чем ты успел сфокусировать на них взгляд. Так чем могу тебе помочь на этот раз? Ты хочешь сказать, что действительно убил Пантавра? Так ты же настоящий герой, а? Вот твои деньги. Советую подумать о покупке зелья исцеления на случай очередной подобной битвы. Спасибо. Приберегу это на потом. Спасибо. Уверена, пыльца фей у меня найдется самое достойное применение. Thank you.
Перед тобой прекрасная Шпигельзе или зеркальное озеро. Ты останавливаешься, чтобы спокойно поразмышлять. По мере приближения к водопаду его рев наполняет твои уши, а холодные брызги окропляют лицо. В горе пробита дверь. Наверное, живущий здесь человек высоко ценит уединение. Это большая дверь, она должна открываться очень широко. Ты подбираешь несколько камешков. Камень звонко ударяется о дверь. Бум! Бум! Есть там кто? О, привет, заходи! Просто залазь по лестнице! Ты трижды постучал. Изнутри раздался голос. Минутку, минутку! Пожалуйста, отойди от двери! О, привет, входи! Привет, как дела? Мы уже встречались, аль нет? Я Генри, отшельник, вот я кто. Отец мойный был отшельник, и мать мойная была отшельницей, посему я на правильном пути. У меня гостей раз-два я обчелся, такова участь отшельников, непреложная доля ремесла. Однако же я рад новым лицам. Хорошо слышать глаз чуждый, отличный от свойного. Так чем могу пособить? Перед тобой самый заросший человек, ты все-таки думаешь, что это человек, которого ты когда-либо видел. Спросить про имя. Я Генри, Генри восьмой, то бишь. Отец мойный был Генри, и его отец 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 был Генри, и каждый был отшельник. Спросить про отшельника. Отшельник есть тот, кой живет сам по себе, далече от тех, кто много говорит и задает вопросы. Отшельники смиренный, скромный, немногословный народ. Мойный брат Гарри едва проронит и слово в год. Мойная сестра Гортензия не говорит с 6 годков. Я вообще не говорю. Да мы, отшельники, знаем, как держать язык за зубами. Спросить про пещеру. Ну, здесь темно и промозгло, и вода шумит, не даруя ни секунды тишины. Потолок течет, и стены осклизкие, и всегда холодно. Одначе это мой дом, и другого мне не надоть. Спросить про семью. Семья мойная разняком живет. Все мы отшельники, так и знай. Спросить про водопады. Место энто величают парящими водопадами. Я тут сам себе скулемал один парящий водопад. Правда, крыльцо иногда становится скользким. Спросить про лестницу. Я знаю немного магии. Эразмус показал мне чуток заклинаний. Он положил заклинание на мойную лестницу, чтоб бандиты не лазали. А тем, что полезут, дверь отворится по самому ихнему носу. Спросить про Эразмуса. Друг он мне, он и Фенгус. Могучий он волшебник, что правда, то правда. Слышал, дом его где-то на севере. Я мало вылазю из дома, а он занят почасту, посему и видаемся мы редко. Но когда мы вместе, моя правда, мы не скучаем. Он любит играть в свои игры. О, да. Спросить про Фенруса. Фенрус фамильяр Эразмуса. Или на изворот. Спросить про игры. Любимая игра Эразмуса — магический лабиринт. Чтобы играть, надо бы навладеть магией. Эразмус шибко в ней хорош. Спросить про заклинания. Заклинание, что я знаваю, может и не мудреное, но мне нравится. Знаешь, я могу и лестницу вызывать, и дверь затворять, и даже букашек-таракашек выкуривать с помощью переключения. Спросить про переключение. Это заклинание запускает чужие заклинания.
Вот захотишь ты увидеть лестницу, колдуешь переключение, и вон она перед тобой, как миленькая. Знамо дело, сперва тебе надобно заклинание для невидимой лестницы, дабы потом сделать ее сгимой. Ну, овчинка стоит выделки. Думается мне, у меня есть свиток с заклинанием этим, ежели токмо ты знаешь магию. Спросить про свиток. Коли изволишь заучить заклинание, я тебе его охотно принесу. Оно уже плесенью изъедено в моей берлоге. Не стель нет. Кажись, в магии-то ты не больно силен, чтоб все в свитке разуметь. Спросить про разбойников. Гадкие типы, гадкие. Я постоянно видел, как они рыскают по лесу, а кроме чернокнижника мне до них и дела нет. Спросить про чернокнижника. Он приятель хоть куда, забавы всякие любит. Как вспомяну его, так сразу смешно делается. Он часом захаживает ко мне поболтать. Одолжил зеркало, кое я взял в одолжение у Эразмуса. Спросить про зеркало. Волшебное отражающее зеркало, вот что. Если его наставить супротив заклинания худого, оно заклятие-то отразит на создателя ейного. Клин клином вышибай, вон а как. Хе-хе-хе. Ежели будешь в моих краях и пожелаешь заночевать, я тебя приютю за харчи да пахтику в хребет. Ого, да там наверху узкий выступ. Ты наполнил пустую бутыль кристально чистой водой из водопада. Ты обыскиваешь своего противника. Ты находишь серебряный, заботливо его начищаешь и убираешь в свой кошелек. Ну что за способ зарабатывать на жизнь? Здесь лежит огр, большой, уродливый и мертвый. Обыск мертвого огра не принес ничего ценного. Однако подле его тела лежит сундук с сокровищами, которые он носил с собой. Массивная дубина мертвого огра чересчур тяжела для тебя. Ты взломал сундук огра. В сундуке мертвого огра лежит один золотой и 43 серебряных, которые ты кладешь в котомку. Как только глаза привыкают к темноте, ты начинаешь видеть мрачную обстановку пещеры. Справа ты замечаешь какое-то движение.
пещере находится существо, похожее на большого медведя. Что-то пристегнуто к его ноге. Ты осчастливил медведя, и будет разумно воспользоваться его хорошим настроением. Эта часть пещеры выглядит пугающе. Ты видишь кобальда, отдыхающего на выступе напротив тебя. Странное существо облачено в лохмотье, у него большие блеклые глаза. Должно быть, оно провело в этих пещерах всю свою жизнь. Большой медный ключ висит на ремешке на шее создания. Твоя уходить! Твоя тут не оставаться! Ты выливаешь все содержимое бутыли. Может, это и не совсем правильно. Ты видишь на земле большой медный ключ. От него исходит слабое свечение. Ты подбираешь оброненный ключ. Ты наткнулся на что-то, лежащее на полу, будто под ногами большой деревянный сундук, но ты там ничего не видишь. Глотая напиток, ты ощущаешь его мягкое, успокаивающее действие. Ты налегаешь на запечатанную крышку сундука и... Ого, по всей видимости, сундук был с ловушкой. Ты буквально на своей шкуре ощущаешь силу взрыва. Ты добавляешь 10 золотых и 60 серебряных в свой кошелек. Ты осчастливил медведя, будет разумно воспользоваться его хорошим настроением. Ключ кобальда исчез, как только ты провернул его в замке. Тебе выпала честь видеть баронетта Барнарда фон Шпильбурга. Мы рады, что ты снял заклятие. Возможно, наш отец-барон вознаградит тебя, доведись тебе быть у нас в замке. Тебя поражает надменность баронета. Возможно, у кобальда, превратившего его в медведя, была на то причина.
Входите, входите, мы предполагали, что вы появитесь здесь. Барон фон Шпильбург ожидает вас в замке. Барон фон Шпильбург и баронет ожидают вас в главном зале. Невозможно выразить словами мою вам признательность. Вы не только освободили баронета от заклятия и вернули мне сына, вы также возродили во мне надежду, что проклятие может быть снято. Мой сын, баронет Барнард фон Шпильбург, также желает засвидетельствовать вам свою глубокую благодарность. Барнард! Я ценю то, что вы для меня сделали. Кроме того, я узнал, что, освобождая баронета фон Шпильбурга, вы также избавили нашу долину от опасного мага-кобальда. Вы рисковали своей жизнью, в одиночку сразившись с пригнусным заклинателем. Вы настоящий герой, и я благодарен вам. Барнард! Я рад, что вам удалось убить кобальда. Я искренне надеюсь, что вы продолжите ваше доблестное приключение в нашем краю. Если кто и может избавить долину от разбойников, то только вы. Однажды, в скором будущем, я вижу себя во главе церемонии, вашу честь, присуждающим вам титул Героя Шпильбурга. Барнард! Было бы славно, если бы кто-нибудь сумел, наконец, победить разбойников и заслужить титул. Завтра, когда будете уходить из замка, вы получите вознаграждение, которое я давным-давно назначил в знак своей благодарности за благополучное возвращение моего сына. Разумеется, сегодня вечером вас просят остаться на ужин и быть нашим гостем. У вас есть какие-нибудь вопросы? Баронет выглядит как обычно, высокомерно, хотя его одежда немного опрятнее, чем последний раз, когда ты его видел. Спросить про кобальда. Однажды утром я вместе со своими людьми отправился поохотиться на монстров. Мы разделились, а затем я натолкнулся на вход в пещеру. Когда я вошел, кобальд приказал мне убираться вон. Я довел до его сведения, что перед ним баронет Барнард фон Шпильбург, наследник этих земель и всего, что в их пределах. Я велел ему склониться предо мной. В ответ он наложил на меня заклинание, и после этого я мало что помню. Спросить про медведя. Я бы предпочел не говорить об этом. Спросить про разбойников. В скором времени я возглавлю военный поход против разбойников и выдворю их из этих краев. Спросить про баронета. Я баронет Барнард фон Шпильбург, наследник этих земель и всего, что в их пределах. Кажется, что когда-то барон фон Шпильбург был сильным человеком, но горе состарило его. Спросить про замок. Этот замок принадлежит семье уже 2 столетия, с того самого дня, как мой предок получил его в подарок от короля Зигфрида III. Спросить про проклятие. Несколько лет назад я пытался силой выдворить Бабу-Ягу из долины, и она наложила на меня проклятие, предвещавшее потерю всего, что мне дорого. Когда я потерял сына и дочь, я потерял интерес к жизни. Мои земли страдали, потому что страдал я. И все же, с возвращением сына, я верю, что пророчество недалеко от своего исполнения, и все благодаря вам. Спросить про Бабу-Ягу. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы изгнать ее из наших мест, но боюсь, что для противостояния ее магии нужна другая магия. Спросить про дочь. 10 лет назад моя прекрасная дочурка была украдена колдовством Бабы-Яги. Ее так и не нашли, несмотря на все предпринятые нами поиски. Я думал, мы потеряли ее навсегда, но вы возродили мои надежды, что она снова будет со мной. Спросить про Йорика.
Йорик был моим придворным шутом, человеком с неиссякаемым запасом острот. Он отправился искать мою дочь. Увы, бедный Йорик так и не вернулся. Спросить про магию. К моему сожалению, я знаю о магии совсем немного. Возможно, вам стоит поговорить с волшебниками, Зарой в городе или Эразмусом в Цауберберге. Спросить про пророчество. Пророчество гласит: герой по пути к нам с востока свернет, людское обличье он зверю вернет. Дитя от бандитов спасет в добрый час, от злого проклятия избавит он нас. Вы пришли с востока и избавили моего сына от обличья медведя. Уверен, вам под силу исполнить все предсказание и снять это ужасное проклятие. Спросить про барона. Я Штефан фон Шпильбург, 12-й барон Шпильбурга. Спросить про разбойников. Если бы у меня было больше стражи, я бы смог легко избавиться от разбойников, тем более, что теперь сын снова со мной. Потребуется некоторое время, чтобы замок и страна оправились от моей печали, поэтому я все еще считаю, что для искоренения разбойников понадобится герой. Я знаю, что на юге долины у них есть что-то наподобие крепости, до меня долетали слухи, что каждого, кто к ней приближается, поджидает засада. Также ходят слухи, что существует другой вход в их крепость, но больше я об этом ничего не знаю. Спросить про вознаграждение. Я назначил солидную награду за возвращение сына и дочери, равно как и за головы главаря разбойников и их чернокнижника. Спросить про главаря разбойников. В округе всегда водились разбойники, но они не доставляли особых проблем до появления несколько лет назад нового главаря и чернокнижника. Главарь производит впечатление великолепного стратега, которому удается устраивать налеты без серьезных потерь. Обезвредив главаря, будет несложно справиться и с остальными разбойниками. Спросить про чернокнижника. Будто мало было злых колдунов в этой долине. Насколько я слышала, его магия не слишком сильна, но используется эффективно. Слуга ожидает вас снаружи, чтобы провести в ваши апартаменты. Позже мы увидимся за ужином. После чудесного ужина с бароном и его сыном, спокойного ночного сна на пуховой перине и плотного завтрака в постели, ты готов к новым приключениям. Ой, извините, я не заметил, как вы вошли. Покупаем кольчугу. Вам больше не понадобятся ваши старые кожаные доспехи. Я дам вам за них 50 серебряных в счет покупки новых. Вот, пожалуйста. Спасибо за покупку. Под стулом ты видишь скомканный кусок бумаги. Ты поднимаешь записку. Ты разглаживаешь обрывок и читаешь. Б. Как можно скорее встретиться со мной возле стрельбища. Срочно!
Спасибо за предложение, но мне действительно не нужно никакой воды. Сейчас утро 5-го дня. Отдохнув 60 минут, ты чувствуешь себя лучше. Сейчас 5-го дня. И что же это все-таки значит? Ее милость начинает подозревать нас. Что у нее на уме? Кажется, шныряющий повсюду герой вызывает у нее подозрение. Она думает, он помышляет получить плату за ее голову. А к нам-то это каким боком? Она задает за нас слишком много вопросов. И этот пересмешник за мной следит. Пришлось мне выскользнуть. Надо нам избежать засады и залечь на дно, пока усё не утихнет. Может, нам уже пора начинать? Неа, подождем, пока тот пройдоха сделает ход первым. Пока она им занята, мы захватим власть. Сначала она легко избавится от него, а потом мы от нее. Так где же потайной вход? Там, где попрыгунчик. У тебя все еще остался ключ? Ага. Не потеряй его, я сделал только один дубликат. Учти, замочную скважину будешь искать, она хорошо запрятана в скале. И запомни слово. Какое еще слово? Слово, которое пропустит тебя внутрь, мимо Фреда. А, да, конечно. Какое оно? Игра в застукалки. Лучше тебе выучить его. Считаешь меня тупицей или кем? Скажи слово перед тем, как войти в дверь, или Фред разозлится. А Фреда тебе уж лучше не злить. Эй, не вопрос. Ну-ка еще раз, какое у нас слово? Игра в застукалки. Игра в застукалки. Запомнил. Я лучше вернусь, пока начальница меня не хватилась. Скоро буду опять. Игра в застукалки. Бывай. Мертвый разбойник лежит тихо и неподвижно. Отдохнув 60 минут, ты чувствуешь себя лучше. Сейчас 5-го дня. Старая мишень лучника выглядит так, будто ею долго не пользовались. За городской стеной виднеются строения Шпильбурга. Отдохнув 60 минут, ты чувствуешь себя лучше. Сейчас 5-го дня. Ты забираешь свой кинжал.
Ты нашел у разбойника ключ и забрал его. Рядом с городской стеной ты видишь человека, который будто кого-то ждет. Его кинжал выглядит весьма смертоносно, и вор виртуозно с ним управляется. Чё мне с того? Вот за серебряный я бы мог подкинуть полезные сведения. Один серебряный. Еще за серебряный я расскажу тебе, где найти барона, бабу-ягу или гоблинов, у которых полно сокровищ. Короче, хочешь информацию, гони монету. Спросить про имя. Зови меня Бруно. Спросить про бабу-ягу. Эта уродливая ведьма живет в странной хижине и немного владеет магией. Ее жилище находится к западу от замка барона, не промахнешься. А за 2 золотых я тебя просвещу, как попасть в ее избу. Спросить про барона. Двигай к северу мимо знахарки и иди, пока не попадешь в его замок. Спросить про чудовищ. В этой долине полчища чудищ, однако большинство из них дохляки. Спросить про Антверпена. Ха-ха-ха-ха, да, Антверпен, чудище для тебя в самый раз побиться, любит он поиграть. Спросить про гоблинов. Маленькие вредители обитают как раз к северо-западу от кладбища, свора сопляков. Спросить про чернокнижника. Он какой-то дока по магии, и повеселиться не прочь. Это все, что я знаю. Спросить про знахарку. У нее есть кое-какие хорошие зелья. Ее хижина прямо к северу отсюда. 2 серебряных. Порядок. Чего узнать-то хочешь? 2 золотых. Порядок. Чего узнать-то хочешь? Спросить про избу Бабы-Яги. Однажды я слышал, как она кричала избе: «Избушка, избушка, присядь на опушке». Довольно жуткая дама, должен тебе сказать. Спросить про гильдию воров. Они прячут награбленное на кладбище, под одним из могильных камней. Приходи туда ночью, и ты увидишь этих воров. 10 золотых. Порядок. Чё узнать-то хочешь? Спросить про пароль. Пароль воров? Извини, я не могу рисковать своей воровской лицензией. Шефу не понравится, если я разболтаю его такому, как ты. Спросить про кладбище. Оно находится точно к западу от города. Неплохое место, чтобы туда наведаться, но долго я б там не засиживался. Улавливаешь, о чем я? Спросить про шефа. Он единственный во всей долине, кто может побить меня в метании кинжалов. Спросить про шерифа. Шериф Игун, не разлей вода. Отто даже живет вместе с шерифом и его женой. Спросить про Отто. Шериф Игун, не разлей вода. Отто даже живет вместе с шерифом и его женой. Спросить про Громилу. Он мой кореш, обычно зависает в баре. Славный парень, хлопни его за меня по плечу. Спросить про дыхание дракона. Все любят дыхание дракона. Спросить про разбойников. Иди на юг и увидишь полое бревно. Затем двигай на запад до тех пор, пока снова не сможешь идти на юг. Затем ступай на восток, пока снова не сможешь повернуть на юг. Оттуда иди на запад. Разбойники просто обожают гостей. Если хочешь весело провести время, в трактире закажи дыхание дракона.
Каков красавец! Появился знак, на нем написано «Willkommen auf Zauberberg». Появился другой знак, на нем написано «Нарушители границ будут превращены в жаб». Дорога, кажется, вьется вверх до самой вершины. Какое огромное прекрасное небо! Может, это бутылка фиолетового салатного соуса? Ты чувствуешь себя так, будто только что покорил Маттерхорн в полной амуниции. Вот это подъем! Отсюда открывается вид на всю долину Шпильбурга. Отдышавшись, ты замечаешь, что добрался до того довольно необычного здания, которое видел снизу. Над входом сидит отвратительная горгулья. Стоять! Идешь к магу за советом? На три вопроса дай ответы. Ты кто? Миссионер Джейн. В чем цель твоих исканий? Хочу быть героем. В чем смысл жизни, вселенной и всего вообще? 42. Ты использовал для ответа глубокое раздумье, не так ли? Сейчас волшебник тебя примет. Поднимайся прямо в башню, не мешкай. У каменного чудища скучающий вид. А ты бы не скучал? В комнате полно всякой всячины. Этот маг, похоже, интересная личность. Ты не можешь отвести глаз от фигуры на портрете. От ее пристального взгляда тебе не по себе. С таким лучше не шутить, у него вид человека коварного и вспыльчивого. Странная фигура на книжной полке выглядит как крыса-переросток в шляпе волшебника. Проходи и садись. Фенрус, наш гость прибыл. Сыр, пожалуйста. Ох. Знаешь ответ? Три теленка, сколько ног? Нет. Верно, сколько теленка не три, у него всегда четыре ноги. Слишком простая загадка. Фенрус гримасничает тебе в ответ. Можешь определить время, когда Отто входит в твою дверь? Нет. Время покупать новую дверь! В глазах волшебника, несмотря на его суровый и неприветливый вид, мерцают озорные искорки. Надо полагать, он не всегда так серьезен, как кажется. Спросить про Фенруса. Что сказать? Хоть я и крыса, но просто классный парень. Хоть ты и классный парень, но настоящая крыса. Спросить про Эразмуса. Эразмус — это мой фамильяр. А разве не наоборот? Фамильяр — это мой Эразмус? Что ж, Эразмусу присуща излишняя фамильярность. Нет-нет, в смысле, а не ты ли мой фамильяр? Ха-ха, сколько лет прошло, а ты все еще не знаешь. Знаешь, что это? Большой, фиолетовый, и поедает Унгифайра Лихидинге. Нет. Большой, фиолетовый, поедатель Унгифайра Лихидинге. Слишком много больших фиолетовых поедателей Унгифайра Лихидинге развелось нынче в лесу. Спросить про Эразмуса. Я широко известный в узких кругах колдун. Верно ли, что монстр тебя не тронет, если ты несешь факел? Нет. Зависит от того, как быстро ты его несешь.
Перед тем, как задавать любые вопросы, лучше подождать, пока Эразмус поставит свою чашку чая. Спросить про Фенруса. Я что, какая-то вещь? Или может я не видим, что ты болтаешь обо мне за моей спиной, глядя мне в глаза? Эх, никакого уважения. Трудно воспринимать серьезно того, кто носит столь нелепую шляпу. Знаешь, в чем разница между раненым трицераптусом и магом, использующим левитацию? Нет. В том, что один шипящий ящер, а другой парящий мастер. А я думал, что один летун-калека, а другой колдун-коллега. Извини, Фенрус, но кто сочиняет загадки, тот и ответы придумывает. Спросить про магию. Коль магия есть горн судьбы, играй. В цитате была музыка, а не магия, и корм, а не горн. Как насчет магия правит миром? Деньги правят миром. Вот как. Ладно, тогда я скажу своими собственными словами. Магия — это суть и душа жизни, и колдун — поэт ее. Вообще-то первым это сказал Мерлин, только он использовал термин маг, а не колдун. Фенрус, временами тебе бы больше подошло быть тритоном. Почему это? Потому что тритоны не разговаривают. Как и большинство крыс. Тираннозавр завел щенка. Знаешь, как он его назвал? Нет. Тираннозавров Рекс! Спросить про Зару. У Зары настоящий талант к театральности. Вход в ее магазин несколько броский, но очень эффектный. Жаль только, что у нее нет чувства юмора. То, что она не смеется над твоими шутками, не означает, что у нее нет чувства юмора. Это говорит о ее хорошем вкусе. Спросить про Бабу-Ягу. Баба-Яга хороша в проклятиях и превращениях. Ее характер ужасен, и с чувством юмора плохо, поэтому лучше ее не гневить. И не спускай с нее глаз, она жульничает в картах. Ты тоже. Она это первая начала. Кроме того, я хотел отплатить ей ее же монетой. Досадно, что она по-прежнему тебя обыгрывает. Знаешь, в чем разница между пантавром и запятой? Нет. У пантавра яд от когтей до пят, а запятая — ядро с петлей на ребро. Спросить про проклятие. Наведенная Бабой-Ягой на барона фон Шпильбурга порча — образец творческого проклятия. В барона фон Шпильбурга вместе с семьей пусть это проклятие вопьется иглой. Когда моя воля наполнится силой, пусть все потеряет, что так ему мило. Конечно, проблема всякого проклятия в том, что всегда существует равное по силе контрпроклятие. Спросить про контрпроклятие. Контрпроклятие — это средство против проклятия. Обычно оно работает против того, кто первым наслал проклятие. Контрпроклятие для случая барона таково. Герой по пути к нам с востока свернет, людское обличье он зверю вернет. Дитя от бандитов спасет в добрый час, от злого проклятия избавит он нас. Стало быть, чтобы развеять проклятие, герой, помимо прочего, должен избавиться от Бабы-Яги, и это неважно на ней отразится. На этой людоедке вообще ничего не отражается, а ее морду разбивается все, кроме волшебного зеркала. Спросить про волшебное зеркало. Бывает много видов волшебных зеркал. Более всего распространены зеркала, в которых то и дело возникает странное лицо. Как раз припомнилось мне зеркало из спальни хозяина. То не волшебное. Нет, но из него точно глазеет странное лицо всякий раз, когда ты в комнате. Короче, было у меня тут волшебное зеркальце, но куда-то запропастилось. Оно способно отразить заклинание на того, кто его вызвал. Так что если наткнешься на золотое волшебное зеркальце с драконом на ручке, то это мое. Дракон был на флаконе, а в зеркале была гримаса. Ах да, точно. Итак, если ты найдешь зеркальце с гримасой, знай, что оно отражает заклинание. Спросить про Эрану. Никогда ее не встречал. Я построил эту дачу всего 100 лет назад. У Эраны есть одноименный волшебный лук к северо-западу отсюда. Весьма достойная волшебница, полагаю. Заклинание, которым она защитила город, достаточно сильное, но, думаю, несколько мест она пропустила. Ты просто завидуешь, ведь твое имя получил только лишь лимонад. Всегда считал, что шипучка Гром Свет Ослеп Эразмуса — чудесное название для продукта. Жаль, что в конечном счете эта компания разорилась.
спросить про защитное заклинание. Заклинание раны пресекает чрезмерное насилие и злобную магию в пределах стен Шпильбурга, за исключением пары мест. Кому ты обращаешься? Спросить про места. Она пропустила тупик в переулке, да и заклинание затрагивает лишь надземную часть города. Спросите меня, и я скажу, халтурная работа. А тебя никто и не спрашивал. Спросить про заклинателей. Вообще-то каждый, кто использует магию, адепт магии. Каждый, кто использует заклинание, заклинатель. Тем не менее, чтобы стать волшебником, тебе нужно пройти посвящение в колдовском институте техновства в Шапеере. Маги и чародеи – волшебники со специализацией. Лично я, в отличие от этих узколобых специалистов, стараюсь владеть всеми видами магии. В конце концов, ты не захочешь лишаться своего статуса непрофессионала. Я предпочитаю считать себя дилетантом. Значит ли это, что ты играешь судьбой? Слышал шутку о ведьминой метле? Нет. Это так удивительно, она сметает на своем пути долину. Они отместили эту шутку в сторону, а? Спросить про посвящение. Перед тем, как пройти посвящение в колдуны, тебе нужно закончить здесь свои поиски. Спросить про заклинание. Адепту магии важно обладать максимальным количеством заклинаний. Никогда не знаешь, какое пригодится. Спросить про разбойников. Кажется, на них работает чернокнижник. Из того, что я видел, могу заключить, что он скорее невежда, чем некромант. Спросить про невежду. Колдуя, он всегда со смеху покатывается. Просто его шутки смешнее, чем твои. Спросить про чернокнижника. Единственной вещью, которую на моих глазах наколдовал чернокнижник разбойников, был чихательный порошок. Спросить про некроманта. А это не тот вампир, что пристрастился к литературе? Нет, то был некромант. Некромант – адепт магии, практикующий довольно непривлекательные отношения с трупами. Это означает, что он водит дружбу с упырями? Это означает, что некромант имеет дело с нежитью. С вурдалаком в дурака, да в черви с червяками, а? Только не в моем доме! Сейчас полночь пятого дня. Натирая себя мазью, ты ощущаешь покалывание. Похоже, что по ночам здесь резвятся духи.
Красный корень, растущий на одной из могил, выглядит странно и зловеще. Ты вырываешь мандрагору, растущую из надгробной плиты. По мере того, как корень вылезает из земли, ты слышишь крик, как у умирающего ребенка. Я верю в призраков, я верю в призраков, я верю в призраков! Привидение не будет говорить тебе. Ощущение покалывания ослабевает. Враждебное намерение очевидно. Ощущение покалывания прошло. Красивый белый олень занят поисками еды. Кажется, ты напугал белого оленя. Кажется, ты напугал белого оленя. Ты последовал за оленем в этот уголок леса. Ты чувствуешь, словно глаза леса наблюдают за тобой. Ты смотришь на оленя, пораженный его грацией и красотой. В этом месте есть что-то особенное. Величественный белый олень – выдающийся пример красоты животного царства. Сучковатый дуб исполин, кажется, привлек твое внимание. Женщина-дерево говорит: «Я Дриада, хранительница леса. Един ли ты с лесом?» «Да». «Сначала ты поможешь мне, а затем я помогу тебе с твоей проблемой. Принеси мне семя северной спороизрыгающей спиреи, чтобы я смогла посадить его в другом месте и сохранить эти редкие волшебные растения. Так ты станешь настоящим другом леса. Я чувствую, что у тебя уже есть такое семя. Ты готов отдать его мне?» «Да». Ты бросил семя в ветви дриады. Теперь оно дерзновенно вырастет там, где раньше не росло ничего. Слушай меня, друг леса, и слушай внимательно.
Друг, ты должен знать, что в долине существует зло, извращающее сущность природы. Пророчество гласит, что герой выведет из этого мрака юное человеческое существо. Если ты тот, кто сможет выполнить эту миссию, то слушай. Существует зелье, чтобы рассеять чары. Приготовить для тебя его может знахарка. Ты должен собрать следующие ингредиенты. Цветы из покоя Эраны, зеленый мех, пыльцу фей, волшебный желудь и летучую воду. Прощай, друг, я должна вернуться к своему уединению. Пусть лес вечно окружает тебя. Ты видишь, как желудь медленно падает на землю. Ты взял подарок дриады, волшебный желудь. Ты рассказал знахарке о встрече с лесной дриадой и о том, что она дала тебе волшебный желудь и поведала рецепт зелья для рассеивания заклятий. Итак, ты помог дриаде, это прекрасно. Она поддерживает здоровье нашего леса. Значит, вот как готовится зелье рассеивания. Спасибо за рецепт. Итак, ты помог дриаде, это прекрасно. Она поддерживает здоровье нашего леса. Значит, вот как готовится зелье рассеивания. Спасибо за рецепт. Посмотрим, для зелья рассеивания все еще нужна летучая вода. Знахарка сделала над бутылью с водой какой-то таинственный жест, и ее лицо расплылось в улыбке. Летучая вода, как необычно. Для приготовления зелья рассеивания потребуется время. Почему бы тебе не зайти попозже? Вот зелье рассеивания. С того момента я значительно прокачала нашего героя. Начало ночи шестого дня. Теперь мы отправляемся искать монстров, которых еще не встречали в игре. Музыка.
это все твое воображение. Ну что Несси может делать в этом фэнтезийном приключении? Как же это напоминает тебе Conquest of the Longbow? Враждебное намерение очевидно. Мертвый, конечно. Пахнет тоже не очень. Ты обыскиваешь своего противника. Ты выдергиваешь у тролля всю бороду, которую можешь, и кладешь ее в котомку. Ты находишь 38 серебряных и аккуратно кладешь в свой кошелек. Мертвый, конечно, пахнет тоже не очень. Ты обыскиваешь своего противника. Какая пустая трата времени. Сокровищ-то нет. О, это опять ты! Теперь ты станцуешь с нами! Нам нравится смотреть, как ты танцуешь! Станцуй с нами! Даже не знаю!
Похож на динозавра, угрюмо плетущегося на работу. Сейчас утро восьмого дня. Ты вежливо стучишь в дверь. Входите! Так чем могу тебе помочь на этот раз? Только не говори мне, что ты действительно убил тролля. Ты меня в самом деле поражаешь. Давно уже у меня не было бороды тролля. За нее я дам 2 зелья исцеления. Ты убрал их в котомку. А сейчас займемся самым сложным квестом в этой игре, как я считаю, сражение с мастером оружия. Для этого нам нужно полностью очистить инвентарь, ну, по крайней мере, насколько это возможно. Иначе шансов против него совершенно никаких. Даже учитывая то огромное количество опыта, которое мы уже насобирали. Ты заплатил учителю фехтования и затем... Приветствую тебя! Защищайся! Итак, урок начинается.
достаточно! Теперь я вижу, что мне стоит закончить карьеру, раз меня, учителя фехтования, может победить такое безвозглое, мерзкое ничтожество, как ты. Пришло время уйти в бессрочный отпуск. На прощание пожелаю тебе, чтобы твой меч заржавел, а плащ порвался на кусочки самым кошмарным способом. Затем мы подбираем все, что выкинули. Огромным для меня удивлением стало то, что этот квест еще и забаговал мою игру. Я не могла покинуть локацию и сначала думала даже, что мне придется пожертвовать полученными очками и загрузиться на более раннем сохранении. Но потом, в конце концов, я все-таки нашла выход из этой ситуации. Я просто дождалась ночи и легла спать, чтобы стражники меня выгнали. Тогда я смогла покинуть локацию. Ты только начал засыпать, как услышал стражников, ищущих бродяг на территории замка. Ты решаешь, что самое время делать ноги. Ворота закрыты на ночь. Эй, ты! Мало того, что ошиваешься тут целый день, еще и дрыхнуть вздумал, покуда ты не заработал на это! Было бы удобнее спать на чистом сене в конюшне. Глядя по сторонам, ты ощущаешь, что это не самое дружелюбное место. Баба-Яга не жалует незнакомцев. Чтобы войти, придется договориться со мной. Баба-Яга – одна из самых сильных колдуний. Если ты настолько глуп, что желаешь войти, то мы могли бы заключить сделку. Крупный череп на воротах будто смотрит на тебя пустым взором. Спросить про Бабу-Ягу. Баба-Яга – самая могущественная ведьма в округе. Если у тебя голова на месте, ты будешь держаться от нее подальше. Спросить про ведьму.
Что же ты за герой, если даже не знаешь, кто такая ведьма? Спросить про избу. Избушка Бабы-Яги присядет, если скажешь заветные слова. Спросить про заветные слова. Избушка присядет, если произнесешь «Избушка, избушка, присядь на опушке». Спросить про уговор. Остальным черепам горящие глаза, а мне – неа. Зачем мне горящие глаза? Открывай да закрывай ворота, все, на что я гожусь. Но если ты дашь мне для глазниц сверкающий самоцвет, я впущу тебя внутрь. Итак, по рукам аль нет? Да. Все, о чем я прошу, маленький самоцветик, светящийся в темноте. Ты же герой, так раздобудь такой. Спросить про самоцвет. Все, о чем я прошу, маленький самоцветик, светящийся в темноте. Ты же герой, так раздобудь такой. Спросить про черепа. Те костяные мозги, шпионы Бабы-Яги, потому их глаза и сверкают. Ты вкладываешь сияющий самоцвет в череп. Я вижу! У меня снова есть глаза! Фу, и вот так ты выглядишь. Ну да ладно, милости просим к Бабе-Яге. И удачи, она тебе пригодится. Надеюсь, ты запомнил заветные слова. Избушка – странный маленький домик на куриных ногах. Ты слышишь голос в своей голове. Каковы заветные слова? Заветные слова о избушке. Ты сказал избушке: «Избушка, избушка, присядь на опушке!» Смотрите, зверушки, у нас посетитель! Силы ночи, тени дня, слову внемли от меня, заклинание лови и надолго впредь замри! Твое тело застыло, скованное силой заклинания ведьмы. Ну-ка, дорогуши, что у нас сегодня на ужин? Сэндвичи из героя? Я предполагала нечто более традиционное. А, вот оно, фрикасе из лягушачьих лапок. Как же было в том заклинании? Услышьте меня, о великие силы, явитесь на зов мой из темной могилы. Взываю к вам духи Клоту и Манабу, незваного гостя немедленно в жабу! Я узнала это заклинание от Эразмуса, детки. Разве не восхитительно? Спокойно! Критики. Впрочем, не всем же быть гурманами. Итак, мой будущий ужин, имя-то у тебя есть? Да! Ты изо всех сил пытаешься проквакать свое имя или хотя бы дать ведьме понять, что оно у тебя есть. Еле слышно квакнув, ты пытаешься кивнуть. Итак, ты тот, кто пытается стать тут местным героем. Хороший герой, мертвый герой, как я всегда говорю. Но мне как раз нужен храбрый глупец. А ты храбр? Да. Ты исторгаешь несколько квакающих звуков, изо всех сил стараясь выразить согласие. Но если ты не против сослужить мне малюсенькую службу, я, может, и передумаю поужинать тобой. Мне нужен корень мандрагоры, растущий на кладбище. Будешь паинькой, достанешь мне его? Да. С мыслью «все что угодно, лишь бы не фрикасе из лягушачьих лапок», ты проквакиваешь согласие. А у меня уж и слюнки потекли при мысли о лягушатинке. А, ладно. Слушай меня и запомни за раз. Мандрагору сбирают в полуночный час. Велю тебе я, корень сохраня, вернись на завтра до исхода дня. Слушай покорно, скажу я тебе. Корень, коль в срок не доставишь ты мне, ошибка твоя станет враз роковой. Немедля ответишь своей головой. А теперь кыш! Издали тебе слышен речитатив ведьмы. Ох, надо ж, чуть не забыла.
Услышьте меня, вы несущие силу свободно! Тотчас же верните глупцу его облик исходный! Осмыслив события последних минут, ты решай, что тебе лучше отыскать корень мандрагоры для Бабы-Яги, и побыстрее! Вернулся, значит, она ждет тебя. Ты слышишь голос в своей голове. Каковы заветные слова? Заветные слова о избушке. Ты сказал избушке: «Избушка, избушка, присядь на опушке!» Так быстро вернулся? Создание тумана, болотные духи, гостю придайте облик лягухи! Заклятие узри, сейчас же замри! И вновь ты лягушка, и вновь не можешь двинуться. О, как же тебя это раздражает! Ням-ням, лягушачье фраппе! Ты принес мне корень мандрагоры, как обещал? Еле слышно квакнув, ты пытаешься кивнуть. Ну, где же он? В чем дело? Лягушка в горле застряла? Полагаю, мне придется превратить тебя назад в то, чем ты был до этого. Жаль, так ты выглядишь гораздо аппетитнее. Духи болота, создание тумана, верните обратно форму болвана! Так уж не положил ли ты его в котомку? Ах! Вот оно где! Детки, он наш! Вот он, последний ингредиент! Теперь мы можем создать наше величайшее творение! Мусс из мандрагоры! В чем дело, детки? Вы считаете, следует наградить нашего холопа? Хорошо, экс-лягушка, живи пока, но в следующий раз точно получу лягушачьи лапки! Ну, убирайся! Чудовище превратило меня в лягушку! Думаешь ты про себя. Когда-нибудь я верну должок. О боже, это же антверпен! Антверпены занесены в Красную книгу! Они встречаются очень редко! Ты задиристо разминаешься перед боем. Уверенный в себе и раскрепощенный, ты приблизился к антверпену. Черт побери! Сосновые иголки, маленькие мшистые камни и ранняя весенняя трава покрывают лесную почву. Кажется, ты стал причиной взрыва популяции антверпенов. Камни остались после отступления ледника.
ты нашел спрятанную в скальной трещине замочную скважину. Замок в скале щелкнул и открылся. Среди скал затаился узкий вход в пещеру. Тебе никто не отвечает. Итак, ты произнес: «Игра в застукалки!» Или это была игра в застукалки? Ты слышишь, как кто-то или что-то отходит вглубь пещеры, чтобы освободить тебе проход. По мере того, как твои глаза привыкают к темноте, ты различаешь в свете грибка, змеящийся сквозь гору проход. Здесь холодно, ты чувствуешь запах стоячей воды и легкого гниения. Ты слышишь постоянное кап-кап, издаваемое водой. Дурацкий караул! Третий раз уже на этой неделе! Почему всегда я? Я столько уже торчу на одном месте, воображение разыгралось. Хорошо, вот твой шанс! Я плохой! Как говорится, видели одного, видели всех. Ты быстро обыскиваешь павшего минотавра, но ничего не находишь. Минутку. Ты вдруг замечаешь, что у минотавра странный цеп. Ты подбираешь его, чтобы рассмотреть. В цепи хитро спрятаны 50 серебряных. Справедливое вознаграждение за победу над столь доблестным противником, говоришь ты себе, наполняя кошелек монетами. Ворота крепости очень мощные ворота. Похоже, они как-то заперты с другой стороны. Зачем стучать? Попробуй колокол. Похоже, ворота заперты изнутри. Тебе нужно открыть их силой. Ладно, будем пыхтеть, будем сопеть, но ворота эти я все-таки выломаю, решаешь ты. Черт, это было круто! Поперек тропинки натянута темная бечевка, поскольку ты о ней знаешь, что избежишь ловушки, просто переступив ее. Через расщелину перекинут прочный на вид мост с двумя опорами. Надпись на нем, сделанная четкой и твердой рукой, гласит: «Переправа здесь». Ты закрываешь дверь и задвигаешь засов. Место сходки разбойников заполнено деревянными столами, лавками и стульями. Свет люстры освещает комнату, а в углу стоит незажженный канделябр. С люстры свисает веревка. Ты припер дверь стулом. Ты начал заваливать канделябр. Ага, умник, значит.
Ты запираешь за собой дверь. Перед тобой совершенно потрясающее место. Человек, сидящий под надписью «Я», говорит: «Отбрось хандру, всяк сюда входящий! Работу ищешь или просто турист? Я предвижу, что тебя ждет прекрасная летная погода. Если тебе есть что сказать, быстро говори или навсегда придержи язык. А ну, колись, что за цель, поколь сам цел?» «Это я!» Спросить про Йорика. «Ты меня знаешь? Значит, ты пришел, чтобы помочь. Возможно, тебе удастся забрать девочку из банды». «Ах, бедный Йорик, я слишком хорошо себя знаю. 10 лет назад я поклялся, что найду Эльзу, чего бы мне это ни стоило. Мне понадобилось 2 года, чтобы разыскать ее здесь, у разбойников, и с тех пор я выдаю себя за ее чернокнижника. Я не смог ее расколдовать, но я не мог и бросить ее, чтобы она выросла и превратилась в привлекательную женщину в окружении проходимцев и негодяев. Кто-то должен был защищать ее честь». Спросить про Эльзу. «Ты знаешь Эльзу? Значит, ты пришел, чтобы помочь. Возможно, тебе удастся забрать девочку из банды». Услышав от тебя все, что ты знаешь об Эльзе, Йорик говорит: «Эльзе не повредила бы еще чья-то помощь, пока еще не поздно. Мы с Тора здесь единственные ее друзья. Но она вся в своего отца. Это она организовала этих разбойников, сделав из простых головорезов серьезных налетчиков. Она собирается увести всю банду из долины, как только сойдет снег. И если это случится, я уверен, она навсегда останется заколдованной». Спросить про атамана. «Я буду защищать атамана разбойников любой ценой. Будет не до речей, когда доскачем до мечей». Спросить про лабиринт. «Эта комната – мой личный способ ограждать атамана от разбойников, требующих повышения, ведь она работает на их порешение. Я сам ее сконструировал. В этих проходах можно долго кататься от смеха». Спросить про выход. «Здесь множество дверей. Ты же не хочешь, чтобы я испортил тебе все веселье? Либо в конце ты отыщешь выход, либо в поисках выхода найдешь свой конец». Спросить про крепость. «Эта крепость – дворец разбойников. Она построена с умом». Спросить про Минотавра. «Тора – Минотавр, охраняющий крепость. Эльза нашла его, когда тот был еще теленком, и с тех пор он к ней привязан. Он скрутит разбойников в бараний рог, если те вздумают бычить на Эльзу». Спросить про снятие заклятия. «Ты знаешь о заклятии? Значит, ты пришел, чтобы помочь. Возможно, тебе удастся забрать девочку из банды. Эльза не знает, кто она на самом деле. Это входит в заклятие. Когда 10 лет назад Эльза попала к разбойникам, она лишилась всех своих воспоминаний. Чтобы снять заклятие, я одолжил у друга волшебное зеркало, но оно помогает только если чары направлены прямо в тебя. Раз ты вознамерился стать большим героем, я надеюсь, ты не забыл принести с собой зелье рассеивания или что-либо подобное». Спросить про расколдовывание. «Ты знаешь о заклятии? Значит, ты пришел, чтобы помочь. Возможно, тебе удастся забрать девочку из банды. Настоящее зелье рассеивания разрушит заклятие. Тебе надо выплеснуть зелье на Эльзу, не мешкая ни секунды, иначе ты моргнуть не успеешь, как она тебя проткнет. Теперь мастак рубака ей не чета». Спросить про мастака рубаку. «Ты, должно быть, слышал о трепаче-резаче. Раньше он то и дело выделывался во дворе замка. Однажды Эльза спросила, научит ли ее саблист-специалист обращаться с мечом, и шпага-бродяга ответил ей, что не станет тратить свой талант на женщин. Она прибежала ко мне вся в слезах. Это можно понять, ведь тогда ей было всего 9. Теперь она и сама сможет кое-чему научить задиру-рапиру. Хватка у нее удалая, а удаль залихватская». Спросить про зеркало. «Ах да, зеркало с гримасой, как его называет Эразмус, или то был Фенрус. Оно отражает заклинания на их создателя. Так куда же я положил это зеркало? На гардероб в конторе Эльзы или на конторку в ее гардеробной?» Спросить про барона. «Как же он удивится, увидев свою девочку?»
Ты чувствуешь себя сбитым с толку. Как он это делает? Здесь есть эхо! Здесь есть эхо! Здесь есть эхо! Ты слишком далеко. Ты быстро проверяешь свое снаряжение. Кажется, все на месте. Ты слишком далеко. Ты наконец преодолел комнату Йорика. Ты бросаешь зелье рассеивания в атаманшу разбойников. Вы представить себе не можете, как же здорово вновь узнать, кто я такая, после стольких лет вспомнить, что мое имя Эльза фон Шпильбург. Бывало, я воображала себе, что я не дитя разбойников, а самая настоящая зачарованная принцесса. Теперь я знаю, что действительно была заколдована, и мне больше не надо быть разбойницей. Огромное вам спасибо за мое освобождение. Мне надо поспешить домой к отцу и приказать его стражникам схватить оставшихся разбойников, пока те не успели улизнуть с сокровищами. Их надо вернуть законным владельцам. Йорик! Йорик, я опять стала самой собой! Извини, что я так долго. Я заблудился. Как же обрадуется твой отец, узнав, что чары развеяны! Нам надо идти, пока разбойники ничего не знают, а то испортят нам все представление! Вперед! Надо скорее дать дёру, пока не одернули! Мы с Йориком вернемся в замок с помощью амулета, который я ношу, но вам, боюсь, придется добираться туда самостоятельно. Там на столе стоят 2 целебных зелья, можете взять их с собой. Воспользуйтесь этим потайным проходом, уносите ноги, пока они делят сокровища. Если вас найдут здесь, то схватят и убьют! Спасибо еще раз и удачи! Я уверена, вы будете щедро вознаграждены за свою отвагу! Если ты решишь покарать проклявшего, разумей в виду зеркало, что не каждому по разуму. А сейчас мы ноги в руки и счастливо оставаться. Эльза, сделай мне честь. Отдельности у меня не счесть. Разбойники пытаются вломиться в комнату. Посмотрев в зеркало, ты увидел чье-то странное лицо. Остается только надеяться, что в действительности ты так не выглядишь. Ты кладешь оба целебных зелья в котомку. Ты взял зеркало и убрал его в котомку. Опять ты? Уверен, что хочешь туда вернуться?
ты слышишь голос в своей голове. Каковы заветные слова? Заветные слова о избушке. Ты сказал избушке: «Избушка, избушка, присядь на опушке!» Опять ты? Вот ведь жуткая ведьма! Ты украдкой достаешь волшебное зеркало. Силы болотные, мне помогите! Снова в лягушку его обратите! Ведьма вне себя от ярости. Что ты со мной сделал? Как ты посмел использовать мое заклинание против меня? Услышьте меня, силы ветра и бури! Дайте мне власть сохранить свою шкуру! Баба-Яга сбегает. Ты в самом деле заставил ее улететь? Итак, ты стал героем! Ты победил разбойников и стал настоящим героем Шпильбурга. Герой по пути к нам с востока свернул, людское обличье он зверю вернул, от шайки бандитов красавицу спас и ведьму заставил убраться от нас. Банда разбойников разгромлена, их сокровища возвращены владельцам. В компании с Коттами и Абдулой долине прощально ты машешь рукой. Поздравляем! Вы успешно прошли Quest for Glory 1. Итак, ты хочешь стать героем с максимально возможным количеством очков 500 из 500. Добро пожаловать в число немногих избранных настоящих героев. Если вы еще не сделали этого, мы рекомендуем вам сыграть в Quest for Glory 1 за двух других персонажей. Многие головоломки отличаются или имеют другой способ решения. Между тем, вы и так победитель. Пожалуйста, вставьте записываемую дискету в свой дисковод, чтобы сохранить вашего победоносного героя для использования в Quest for Glory 2 «Испытание огнем». Спасибо за игру в Quest for Glory 1. И так ты хочешь стать героем. И примите еще раз наше поздравление с победой. До скорой встречи в Quest for Glory 2 «Испытание огнем». Что я могу сказать об этой игре? Это потрясающая история, навевающая атмосферу какой-то доброй, душевной детской сказки. Конечно, местами здесь есть и темные заклятия, но я читала в детстве узбекские сказки, поэтому для меня эта сказка нисколько не страшная.
Вообще просто ноль страха. В узбекских сказках вы бы знали, что там творится. Так что здесь все в порядке. Здесь прекрасная душевная, позитивная история. Геймплейно она мне показалась очень скучной, но для 89-го года это, конечно, да, это, конечно, самый натуральный прорыв. Ну, насколько я знаю, это ремастер в цвете, потому что изначально эта игра выполнялась там в синих этих фиолетовых тонах, это древнее ретро, в конце концов, но все равно эта история достаточно проработанная, много диалогов, достаточно интересных шуток, я бы сказала. И я проходила эту игру именно ради сюжета. Ради геймплея, конечно, не стала бы в это играть, потому что местами было очень заунывно и долго, поэтому я включала перемотку, чтобы вам не пришлось это заунывно переживать вместе со мной. Вместе со мной я хотела, чтобы вы переживали именно саму эту историю и потрясающую атмосферу, но никак не страдали вместе со мной, потому что это очень долго и нудно. В общем, игра мне очень сильно понравилась, я обязательно вернусь к последующим частям, хотя, насколько я знаю, они сейчас на английском, может быть, в ближайшем времени, но посмотрим, как получится. Увидимся с вами в следующей игре, а пока всем спасибо за внимание, за просмотр, с вами была Миссионер Джейн, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, посетите мою группу ВКонтакте, канал на Twitch, также оцените творчество, у меня вышло 2 книги, и можете поддержать меня на Boosty, ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз всем спасибо за внимание, и до новых скорых встреч, друзья!